492 десантника Рязанского гарнизона получили ключи от служебных квартир в новых домах на Михайловском шоссе. Торжественная церемония прошла в пятницу 1 августа, накануне Дня ВДВ. Участие в ней приняли несколько десятков военнослужащих, остальные в это время находились на служебных местах. Ключи десантникам вручили первый зампред Рязанского правительства Сергей Самохин, начальник гарнизона Анатолий Концевой и герой Советского Союза Альберт Слюсарь. Также офицеров поздравил глава администрации города Виталий Артемов. В Рязанском гарнизоне самой острой жилищной проблемой является размещение действующих офицеров, пока не имеющих права на предоставление квартиры в собственность. С созданием нового микрорайона в Министерстве обороны рассчитывают ликвидировать очередь и даже создать резерв для военнослужащих, прибывающих в регион. Да, на данный момент сдано в эксплуатацию 626 квартир. Предполагается до конца года еще проведение, завершение строительства 1430 квартир. И получится в общей сложности 2056 квартир в этом микрорайоне. На данный момент согласовано с городскими и областными властями о том, что здесь будет построено вот непосредственно на этой площадке детский сад для всего нашего этого микрорайона. Вот за этим забором на этой вот площадочке будет построена школа полноценная. Вот. Ну и в дальнейшем рассматривается вопрос о строительстве поликлиники, магазинов и прочей инфраструктуры, которая нужна будет здесь, в этом микрорайоне. Сергей Самохин назвал передачу квартир действительно знаковым событием и для гарнизона, и для всей области. Однако заметил, что только жилищным строительством программа развития военной отрасли не ограничивается. Поэтому сегодня красивый и хороший день. Я всех поздравляю с этим замечательным событием. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. Бесспорно, военная мощь страны, она не только в новейшем оружии и технике. Важно, чтобы людям, защищающие наш сон, сами могли рассчитывать на прикрытый тыл и уходить на службу, зная, что собственная семья обеспечена и ни в чем не нуждается.